Жилплощадь за счет государства детям-сиротам положена по закону. В Ивановской области на покупку квартир в бюджете этого года заложено 90 миллионов рублей. Перед тем, как купить квартиру, ответственные лица проверяют, соответствует ли она определенным критериям. Одно из главных требований, чтобы жилое помещение было благоустроенным. По степени благоустройства квартира имеет центральное отопление, канализацию, водоснабжение. Должны быть надлежащие условия санитарные, как правило, косметический ремонт. Анастасия получила бесплатную квартиру всего месяц назад. 29 квадратных метров в старенькой пятиэтажке в районе ТЭЦ-3. Свежий косметический ремонт, пластиковые окна и новенькие батареи. Поначалу квартира понравилась. Девушка подписала все документы и согласилась с предложенным вариантом. Вот я въехала, и началось, у меня протекло все вот это вот. Течь в квартире была. Не сразу слесаря это все починили мне. Я поэтому была, не знаю, тараканы бегать начали, я не знаю. Такую картину новоиспеченная владелица обнаружила пару дней назад в ванной комнате. Трубы давно пора заменить. Видимо, при подборе квартиры социальные работники не обратили внимания на изношенность коммуникаций. Не меньше вопросов у девушки вызывают квитанции на кругленькую сумму – 30 тысяч рублей. Такой подарок достался в наследство от прежнего хозяина. Да, приходили из теплоснабжения какого-то насчет отопления, говорили, вы должны. Я говорю, в смысле я должна? Я говорю, я тут с октября месяца живу. Ну, у вас задолженность вот такая-то, такая-то. Я говорю, я въехала недавно, я ничего платить не буду. Ну, платежки приходят на чужое имя. Тут вообще было зарегистрировано 5 человек жило. Я не знаю вообще, кто здесь жил. О хозяине квартиры мне ничего не говорится. Ну, и кто долги будет платить по этой квартире, я не знаю. Претензии есть не только к трубам в квартире, но и в подвале. Звук капающей воды здесь доносится практически из каждого угла. Из-за этого высокая влажность в самой квартире. А тепло и сырость, как известно, создают идеальные условия для появления плесени. К сожалению, так бывает, что вместе с долгожданными ключами можно получить и неожиданные проблемы. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.